В сети опубликовали запрещенный клип Пугачевой. Ролик появился к 70-летию Примадонны. В 1984 году клип запретили, сочтя его слишком вульгарным. В сети появился клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве. Он размещен на YouTube-канале «Гостелерадиофонд России». Ролик опубликовали в честь 70-летия Примадонны. Ранее в сети можно было найти этот клип только в записи с телевизора. После премьеры клипа в 1984 году его посчитали слишком вульгарным и запретили пускать в эфир. Чуть позже его все же вернули в эфир. В клипе певица переворачивается на спину, что и стало причиной его запрета. В ролике Пугачеву везет на санях некий человек, в конце оказывается, что это сама Примадонна. Накануне фото Пугачевой на обложке глянца напугало сеть. Также сообщалось, что в сети обсуждают видео с танцующей Пугачевой. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS.me/correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.